К большому сожалению, в Подмосковье под электричкой погибли трое человек. Сегодня утром в Подмосковье произошла трагедия. Трое мужчин попали под электричку и получили травмы, несовместимые с жизнью. По этому инциденту возбуждено уголовное дело. Пассажиры, с которыми произошло несчастье, пытались забраться на платформу станции Ивантеевка. В итоге они были травмированы электричкой. Сегодня около 7 утра в районе станции Ивантеевок Ярославского направления МЖД электропоездом были смертельно травмированы трое мужчин, сообщили в правоохранительных органах. На месте чрезвычайного происшествия работают следователи. По поводу трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.